Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер, біз сіздерге Көкше арнасының атынан ыстық-ыстық сәлемімізді жолдауға асықпыз. Эфир тізгінінде менің әріптесім Рамиль, және де мен Балауса. Доброго утра, дорогие телезрители! Оно сегодня действительно доброе. Сегодня у нас 19 февраля, 50 дней прошло с начала Нового года. Это значит, что 2021 год уже не за горами, 316 дней осталось. Дорогие друзья, это утро сегодня, как уже было сказано, встретит очаровательная Балауса, я Рамиль. И мы начинаем, дорогие друзья, Кокше Нуры для вас в прямом эфире. И специально для вас, дорогие друзья, музыкальная композиция. Просыпаемся! Бақсы замандарда сиқырмен қарасуды теріс ағызатын бақсылар өмір сүрген. Олардың қайғырып отырған адамды күлдіріп, көңілде отырған кісіні жылататын да қасиеті болған деседі. Алақандай аялаған арман
Тікелей эфирдің байланыс нөмірі 25-25-05. Құрметті көрермендер, арнаға енді ғана қосылған болсаңыздар, естеріңізге сала кетейік. Көкше арнасының тікелей эфирінде Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы. Және де біз жалғастырамыз. Да, дорогие друзья, Көкше нұры идет в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по номеру 25-25-05. Пожелать доброго утра нам и всем вашим близким, либо поздравить именинников с днем рождения, а также написать нам в мессенджер WhatsApp, номер которого вы видите на своих телеэкранах. Дорогие друзья, мы послушали замечательную бодрящую композицию, а теперь пришло время размять немного наше тело, размять мышцы, ведь предстоит довольно-таки плотный, плодотворный день. Дорогие друзья, специально для вас утренняя зарядка. Доброе утро, меня зовут Виолетта, я инструктор групповых программ фитнес-клуба Shape. Со мной моя помощница Жанара и Наргиз. Сегодня мы с вами проведем разминку на основе аэробных движений. Руки на пояс, наклоны вперед, назад, чуть быстрее, в сторону, быстрее, полукруг головой вперед. Хорошо, и назад. Руки открываем в стороны, открытый шаг. Отлично, добавляем плечи. Круг рукой. Еще. Хорошо, попробуем две руки. Еще. Отлично, меняем степ-тач, приставной шаг. Еще. Захлёст. Попробуем два. Колено. Ещё одно. Отлично. Два, два, два. И два. Хорошо, еще. Отлично. Раскачиваем себя в сторону. Уходим в выпад. Касаемся рукой пола. Остались на правой, стоим. Раскачиваем таз, бедра в пол. Еще. Отлично. Разворачиваем себя. Снова раскачиваемся. Хорошо. Еще 8. Выпрямляем правую ногу наверх, носочек на себя и вниз. Еще 4, 3, 2. Перешли на левую. Раскачиваем таз. Еще. Разворачиваемся. Толкаем бедро в пол. Стараемся следить, чтобы в колено был прямой угол. Еще 8. Хорошо, выпрямляем левую ногу, носок на себя, вниз. Угу. Еще. Отлично, переходим вперед, аккуратно ноги собираем. Делаем вдох, выдох, еще вдох,
пирамидах. На этом наша разминка подошла к концу. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Арнаға қосылған ардақтағайын, естеріңізге сала кетейік, Көкше арнасының тікелей эфирінде Көкше Нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Және де байланыс нөміріміз 25-25-05. Арнаға тікелей байланысқа шығуға мүмкіндіктеріңіз бар, сондықтан да бізге хабарласыңыздар, белсендірек болыңыздар. Дорогие друзья, мы напоминаем, что Кокше Нура идет в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по номеру 25-25-05 и поздравить именинников с днем рождения. Кстати, об именинах. Сегодня свои именины отмечает достаточно необычный проект, даже не человек, не государство, проект. Это проект под названием Photoshop. То, в принципе, из-за чего на всех фотографиях мы с вами чуть-чуть лучше. Дорогие друзья, что ж, поздравляйте всех своих знакомых с днем рождения, желайте им приятного утра. Мы с вами вернемся через пару секунд после музыкальной паузы. Дорогие друзья, мы снова с вами, это Кокше Нуре, и мы идем в прямом эфире, рады вас снова видеть. Что ж, после хорошей, приятной музыки послушаем напутствие на сегодняшний день. Что же говорят нам звезды, узнаем из нашей следующей рубрики. Я, құрметті көрермен қауым, күндізбеде 19-шы ақпан және жұлдыздар жорамалы бүгінгі күнге қандай болжам айтады екен, бірге тамашалайық. Овен.
В начале дня лучше заниматься привычными делами, а не браться за что-то новое. Рутина не кажется томительной и скучной. Даже к решению привычных задач вы подходите творчески. Наверняка пригодится то, чему вы научились раньше. Опыт помогает быстрее достигать целей. Порадуют новости, касающиеся кого-то из членов семьи или близких друзей. Некоторых овнов ждут очень приятные знакомства во второй половине дня. Окружающим нравится ваше дружелюбие и оптимизм, да и необычные идеи часто приходятся по вкусу. Телец. Плодотворный день. Вы ощутите прилив жизненных сил, почувствуете себя бодрыми и решительными. Однако правильно оценить сложившуюся ситуацию может быть нелегко. Вы склонны выдавать желаемое за действительное, поэтому не спешите с решениями. Старайтесь обдумывать каждый шаг. Не исключено, что полезными окажутся советы близких. Близнецы. Утро будет удачным. Это то самое время, когда можно научиться чему-то новому, получить информацию, которая вскоре пригодится. Кардинально изменить жизнь к лучшему. Возможно, успешное завершение работы над проектами, в последнее время приносившими вам немало забот и беспокойства. Вторая половина дня не подходит для важных дел. Жизненный потенциал снижен, возможно, недомогание, вы быстро устаете, становитесь раздражительными и невнимательными. Рак. Плодотворный день. Звезды обещают вам прилив жизненных сил и энергии, удачу в делах, требующих настойчивости и храбрости. Успешное решение профессиональных проблем. На вашу сторону встанут люди, на поддержку которых вы не рассчитывали. Это поможет обрести уверенность, одержать верх над давними противниками. Вероятно, необычные знакомства, запоминающиеся встречи. Лев. Спокойный день. Он дает возможность отдохнуть и восстановить силы, пообщаться с интересными людьми, найти новых союзников, которые позже помогут вам справиться с самыми сложными делами. Полезно изучать и анализировать чужой опыт. Выводы, к которым вы сейчас придете, позже помогут вам принять верные решения. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Вы отлично ладите с близкими, находите способ их порадовать. Дева. Можно воспользоваться моментом и достичь целей, поставленных раньше, или решить проблемы, давно не дававшие вам покоя. Помните, что сейчас лучше действовать быстро и самостоятельно, не ожидая поддержки и не тратя время на то, чтобы уговорить тех, кто сомневается в ваших идеях. Не исключены какие-то приятные события личного характера, перемены к лучшему в отношениях, которые вам особенно дороги. Весы. Благоприятный день для самостоятельных действий, когда вы ни с кем не советуетесь, ни от кого не ждете помощи, поддержки и одобрения. Вас посещает вдохновение, появляются отличные идеи. Вы сможете справиться с задачами, которые раньше казались непосильными. Вряд ли что-то помешает вам приятно провести свободное время с друзьями, устроить веселый домашний праздник или организовать незабываемое свидание. Скорпион. Начинайте день без спешки, с утра лучше не предпринимать ничего важного, это время больше подходит для отдыха. Можно довести до конца дела, начатые раньше, но для этого, скорее всего, потребуется помощь. Обращаться за ней стоит к тем, кто хорошо вас знает. Не исключены мелкие разногласия, до серьезного конфликта дело не дойдет, но настроение может испортиться. Стрелец. День может быть непростым, но у вас достаточно силы и энергии, чтобы преодолеть любые преграды, которые возникнут на пути, и добиться своего. Важно не спешить, пытаясь быстрее добиться своего. Чаще обычно вы ошибаетесь, говорите или делаете то, о чем позже приходится жалеть. Помните, что у вас достаточно времени, чтобы обдумать свои решения. Общение с близкими требует терпения. Стоит воздержаться от критических замечаний. С шутками тоже лучше быть осторожнее. Они не всегда так хороши и безобидны, как кажется вам. Козерог. Подходящий день для посещения семинаров, конференций и других мероприятий, где можно познакомиться с единомышленниками. Там легко завязать полезные знакомства, найти союзников. Некоторые козероги еще и повеселятся от души, нетрудно привлечь внимание окружающих, заинтересовать того, кто вам симпатичен. Не исключено начало удивительных романтических историй.
Водолей. Интересный, но довольно напряженный день. Вы найдете ответы на вопросы, беспокоившие вас в последнее время, и определитесь с планами на будущее. Удастся разобраться в каких-то сложных и неоднозначных ситуациях, положить конец недопониманию. Будет возможность довести до конца дела, над которыми вы долго трудились. Добившись нужного результата, вы вздохнете с облегчением, почувствуете себя куда спокойнее. Не спешите принимать решения, касающиеся личных отношений. Здесь не все так просто и однозначно, как вам может казаться. Рыбы. Можно добиться отличных результатов. Сделать это будет проще, если вам на помощь придут старые знакомые, проверенные союзники. Вероятно, какие-то интересные предложения, их можно принимать без долгих раздумий. У многих рыб появится шанс реализовать свой творческий потенциал, найти применение талантам, вероятные подарки, приятные сюрпризы, неожиданные знаки внимания, а также какие-то необычные события, встречи, поднимающие настроение. Ұйқыларыңыздан енді ғана оянып, біздің арнаға қосылған болсаңыздар, құрметті көрермен, сіздерге қайырлы таң тілейміз. Күндеріңіз сәттілік пен берекеге толы болсын деген ізгі ниетімізді жолдай отыра, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Дорогие друзья, ну а пока вы наслаждались и познавали в рубрике «Гороскоп», к нам пришли замечательные гости. Сегодня у нас в гостях у нашей программы спортсмены, ученики школы «ЖАЗ Динамо Тим», школы рукопашного боя, на секундочку, Алимансура Мандык и Тамирюс Жусупова. Доброе утро, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Как ваши дела, как настроение? Все хорошо, спасибо. Алимансур? Хорошо. Хорошо. Отлично. Ребят, расскажите, пожалуйста, о вашей школе. Нам очень интересно, почему вы пришли заниматься рукопашным боем? Я хотел научиться защищать себя. Защищать своих родных. Так. Ну, и научиться приемам. Разным приемам. И научился, приемам. Да? Да. Научился уже чему-нибудь? Угу. Тамирис. Наш клуб очень большой, хорошие тренировки, хорошие тренера, занимаемся, учимся. И как давно? Много лет уже. Тамирис, почему рукопашный бой? Девушка красивая, но выбрала не совсем такой девочковый, наверное, вид увлечений. Ну, с детства нравится, там родственники, братья, спортсмены и по их стопам. Хорошо. А какие-нибудь тренировки, какие-нибудь интересные мероприятия, которые уже проходили? У нас прошла недавно аттестация поясов. Защищали пояса, показывали свои знания. И это хорошее достижение, думаю, для маленьких детей. Да, Алимансур? Алимансур, может, расскажешь тоже, как прошли тренировки, соревнования? Соревнования прошли хорошо. Я думаю, ну что, я поиграю, но я особо выиграл в итоге. Выиграл? Да? Молодец. Молодец. А желтый пояс у тебя, потому что ты выиграл тренировки вот эти, соревнования? Нет. Нет? Мы давали аттестацию. Так. И ты получил желтый пояс? Да. Какие критерии получения поясов? Я думаю, это каждый ученик показывает свое знание, и с каждым интереснее становится, ты хочешь добиваться все лучше и лучше. И думаю, это очень хорошая идея, хорошая. Тамири, скажите, у вас мы не наблюдаем пояса, но вы уже достаточно долго занимаетесь. На сегодняшний день у вас какой пояс? У нас у всех желтые пояса. Все желтые пояса. Потому что первая аттестация и дальше больше. Ага, отлично. Какие-нибудь соревнования, которые проходили большие? Планы? Много выступаю, много соревнований прошла. Я призерка мира, чемпионка Азии по рукопашному бою, чемпионка Азии по аномату ММА, чемпионка Казахстана среди взрослых, по женщинам и так далее. Мне кажется, с такой девушкой рядом чувствуешь себя, как за каменной стеной, это здорово. Сложно ли, какие сложности возникают? Это все-таки физические нагрузки. Да, для девушек очень сложно, но если выбрал путь, конечно, надо идти до конца. Звучит что-то как из стиля таких самураев. Я выбрал путь и нужно идти. Здорово, на самом деле, это очень похвально. Алимансур, расскажи, пожалуйста, тебе сложно заниматься? Нет. Нет? Ты уже все приемы выучил? Да. Угу. А
Ты любишь рукопашный бой. Почему? Потому что тебе нравится бить кого-то или наоборот защищать? Защищать. Защищать? А кто тебе посоветовал? Откуда ты узнал про этот вид спорта? Папа. Дома. Папа рассказал, да? Да. А ты папе показывали все приемы, которые выучил? Все, но я не показывал. Ага, ну потому что что-то должно оставаться в тайне, на всякий случай применить. Mm. Да. А когда вырастешь, кем хочешь стать? Тоже рукопашник. Тоже рукопашник. Да. Отлично. Алимансур, а скажи, пожалуйста, у тебя есть кумиры, которые тебя вдохновляют? Может быть, какие-то актеры или чемпионы мира? Да. Да? Поделишься с нами, кто это? Кто это? Хабиб Нурмагомедов. Отлично. Ты смотришь UFC? Да. Угу. Болеешь за кого? За Хабиба? Да. Молодец. Здорово. Тамирис, расскажите, пожалуйста, по поводу вот тренировок. Как часто они проводятся, расписание? Как-то совмещаете вы с какими-то другими своими делами? Тренировки проходят каждый день почти. Суббота, воскресенье отдыхаем. Все по графику, отдельные группы, малыши отдельно, взрослые отдельно. И имеется не одна группа, набор детей очень много. И вот. Подход на тренировках индивидуально каждому ребенку или все-таки базовые какие-то упражнения изучаете? Ну, допустим, конечно же, в общем, объясняют, показывают, но и хватает времени, чтобы подойти к каждому и объяснить. У нас хорошие тренера, которые об этом заботятся. Mm-hmm. Тамирис Алимансур, большое спасибо. Мы обязательно продолжим нашу беседу. Дәл қазір, Рамиль, біздің әріптестеріміз дайындаған сіз білуге тиіссіз танымдық айдарын бірге тамашалауды ұсынамын. Дорогие друзья, мы скоро вернемся, не переключайтесь. Take me by the hand and let's go find our own space. Somewhere in between you and me, it's a piece of magic that we need to release. Ooh, and now you're looking for a good time. I think you should take a chance, take a chance with me. Do you wanna get the mood card? I think you should take a chance, take a chance with me. Cause I've been on my way. I've been on my way for a long, long time. You've been on your way. Thank you.
like you could never leave. Do the same, we can't go back, this is all we need. Follow me to make believe and make your dreams come true. This night will forever end, so does me and you. We say we love, we say we love. Құрметті көрермен қауым, біз тікелей эфирде жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Және бізге байланысқа шығу үшін 25-25-05 номері бойынша хабарлассаңыз жеткілікті. Тікелей эфиріміздің байланыс номері және де әлеуметтік желіде де қосылуымыз, сондықтан да белсенділік танытыңыздар. Қосар ойларыңыз, ұсыныстарыңыз болса, мархабат. Дорогие друзья, наша программа идет в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по номеру 25-25-05, задать вопросы, которые вас интересуют нам и нашим гостям, либо передать привет и поздравить именинников с днем рождения. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях ученики ЖАЗ «Динамо Тим» школы рукопашного боя Тамирис Жусубова и Лемансур Амандык. Тамирис, вы сказали, что вы являетесь призером чемпионата мира по рукопашному бою и чемпионкой Азии. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях. Как прошли эти соревнования? Какие эмоции вы получили от? Конечно, тяжело. Много эмоций. Эмоции разные. Получается, когда выступаешь на мировой арене, это уже совсем другое. Ты выступаешь по Казахстану, и как бы ты у себя дома чувствуешь, а выезжаешь в другую страну, и у тебя уже по-другому мыслишь, и как бы очень большие соревнования. И там много что запоминается. Алимансур, ты куда-то выезжал уже за это время? Да. Куда? В Степной город. И как? Как соперник? Было сложно сражаться? Да, так. Ты волновался поначалу? Поначалу нет, а в конце да. Обычно поначалу волнуется. Да. Интересно, а скажи, пожалуйста, Лемансур, когда ты выходишь на ринг, что ты чувствуешь? Ты знаешь, что тебе нужно делать? Какие мысли приходят к тебе в голову? Ты знаешь, куда бить? Знаешь, как правильно стоять? Да? Когда уже бой начинается. Вот, несмотря на то, что Лемансур очень опытный уже боец рукопашного боя, он очень скромный. На самом деле это похвально. При этом
в то время, пока нас не пишут камеры, он рассказывал нам о том, что его главная задача в рукопашном бое – это научиться защищать своих близких. Это очень похвально, Али Мансур, спасибо большое. Скажите, Тамирис, вы до этого занимались боксом, 11 лет, если не ошибаюсь. Насколько сложно было переходить в рукопашный бой, и какие изменения произошли в вашей жизни, когда вы решили изучать именно этот стиль? Ну, с бокса получается наоборот легче. Получается, у тебя уже есть ударная техника, и тебе нужно развивать другие виды спорта. Получается, это борцовская техника и ноги. И как бы руки уже есть, это большой плюс. И было легче, потому что у тебя уже есть ударная техника, и тебе легче намного, да. Тамирис, неліктен бокстан жаңағы қоян-қолтық күреске ауыстыңыз? Ну, у меня, получается, была учеба, я заканчивала колледж, 4-й курс, и у меня не было времени совмещать. И как бы чуть-чуть я сделала паузу, а потом мне почему-то хотелось как бы что-нибудь такое, которое, как сказать... Что-нибудь другое, разнообразие. Что-нибудь, да, разнообразие хотелось. И я перешла на рукопашный бой. Тамирис, были ли случаи, когда приходилось на практике применять все ваши полученные знания? Ну, как сказать, у нас мы спортсмены, у нас воспитание наоборот. Мы не должны применять свои силы где-нибудь с кем-нибудь или еще что-нибудь. Мы показываем это все на татами, ринге. И доказываем свое на татами. Но в реальной жизни таких случаев не это было. Это очень редко, если уже некуда, тогда да. Ага. Благодаря рукопашному бою, благодаря школе, в которой вы участвуете, вы чувствуете себя уверенной, когда ходите по улице? Да, конечно. Амелия никогда не сказала бы, что такая женственная, милая девушка может сделать такие удары и приемы. Абсолютно с вами согласен. Дорогие друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Вы можете передать привет и пожелания своим друзьям, близким и начинающим рукопашным мастерам. Пожалуйста, эфир ваш. Али Мансур, кому хочешь передать привет? Маме, это очень хорошо. А сказать спасибо тренеру хочешь? Да. Еще кому привет? Друзья? Папе и сестре. Молодец. Так, хорошо. Тамирис? Я бы хотела поблагодарить своих тренеров, в первую очередь, которые нам дают весь свой опыт, передают все свои силы, которые всегда рядом, поддерживают, влаживают всего себя, чтобы мы росли, чтобы мы показывали результаты, и отдают всего себя. И хотелось бы сказать, чтобы дети с малых лет начинали заниматься, лучше идут в спорт и как бы развиваются. Көптен-көп рахмет. Али Мансур, Тамирис, эфирге келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Спорттық жеңіс тілей отыра, сіздермен қоштасамыз. Көптен-көп рахмет. Дорогие друзья, большое спасибо, что пришли. Мы желаем вам всего самого наилучшего, больших побед. Радуйте нас своими показателями. Дорогие друзья, ждем вас снова. А мы к вам скоро вернемся, уважаемые телезрители, буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Сайын өзіңді жасыра алмай жүректегі сезімді неге екенін кім біледі бірақ та айта алмаймын нағыз керек сөзімді неге екенін кім біледі бірақ та айта алмаймын нағыз керек сөзімді Жаным сенің жанарыңның жан жылуын сеземін Бір күн көрсем қабағыңдан өз-өзімнен беземін Қол ұстасып,
сөз байласып біз екеуміз көзілім қосып едік бір арнада бұл өмірдің өзінен Бірге білек бағымыздың жануын Бір кездейік жанымыздың дәруін Қиын емес қуантуды адамды Одан долайық бірітіп алуын Қиын емес қуантуды адамды Одан долайық бірітіп алуын Жаным, сенің жанарыңнан жан жуын сеземін Кірбін көрсен қабағыңнан өз-өзімнен беземін Қол ұстасып, сөз байласып Біз екеміз көзілім Қосып едік бір арнада Бұл өмірдің өзінен Өкпелемей өткен іске өкінбей Келші бермен көрместей боп бекінбей Неге сонша нәзік екен адамда Бір-бірінен таныс деген жетімдей Неге сонша нәзік екен адамда Бір-бірінен таныс деген жетімдей Жаным, сенің жанарыңа жан жылуын сеземін Бірбін көрсем қабағыңнан өз-өзіңнен беземін Қол ұстасып, сөз байласып Біз екеміз көзілім Қосып едік бір арнада Қол өмірдің өзілім Құрметті көрермен қауым, біз тікелей эфирде бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирдің номері 252505. Сонда айқара мелекеміз барлық әлеуметтік желіде қосылуымыз. Белсенділік танытыңызға бізге хабарлама жасыңыздар. Дорогие друзья, ну а мы продолжаем наше спортивное утро. Итак, к нам присоединился еще один ученик школы. Это Ален Димаш и его тренер, мастер и наставник Жаслан Жантасов. Кстати, Жаслан у нас не только тренер. Сейчас он вам обо всем расскажет. Жаслан, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые зрители, любители спорта. Для начала хочу представиться. Я являюсь руководителем Федерации Акмолинской области по рукопашному бою, также генеральным директором Ассоциации боевых искусств, куда входят 14 федераций нашей области, также тренером школы высшего спортивного мастерства и старший тренер Казахстана по рукопашному бою. Сегодня вот мы пришли с учеником своим рассказать об аттестации рукопашного боя. Новшество, да? Это у нас получается, да, новшество. Это впервые в Казахстане мы провели именно в Акмолинской области. Я сам это пособие вот разрабатывал в 2018 году. Очень это интересно. Это вот учебное пособие к системе аттестации. И назвал я ее «Букварь рукопашников». Почему «Букварь рукопашников»? То есть здесь, начиная от азов базовых приемов, обучение идет до самых сложных элементов борьбы и ударной техники. То есть здесь всему обучать, и ударной технике, и борцовской технике, также оказание первой медицинской помощи, плюс самозащиты и обезоружение противников от нападения ножом, пистолетом и любыми подручными средствами. Руслан, вы подошли основательно к созданию, к написанию своего букваря. А можно ли, не занимаясь в вашей школе, просто по книге изучить основы? Нет, в любом случае нужен инструктор, который будет подводить к этому.
будут указывать на недостатки, будут, ну, просто обучаясь по букварю, можно, да, конечно, но не в полном объеме ее изучить. В любом случае нужен наставник, преподаватель, который будет заниматься именно вот по этому наставлению. Ну, вообще, в спорте я уже 13 лет занимаюсь тренерской деятельностью. Вот, исходя из этого, эта мысль пришла вообще давно ко мне. Она была в моей голове, разработать этот план. Для чего это нужно? Чтобы каждый спортсмен подходил к тренировкам более ответственней. Он зная, что в конце года будут экзамены, будут проводиться экзамены, он будет тщательнее готовиться к тренировкам. Ну, сам подход к тренировкам и подготовка к экзаменам будет более рассудительной, более дисциплинированной будет, более ответственной. Да, это отлично, что рукопашный бой – это не только практика и удары руками и ногами, это еще теория, дисциплина и обучение. А, кстати говоря, о теории, Ален, хотелось бы обратиться к вам. Говорят, что вам нужно изучать клятвы. Вы знаете клятву рукопашника? Я знаю эту клятву спортсмена, поэтому я хочу ее вам рассказать. Давай. Слушаем. Клянемся занятия спорта крепко любить, клянемся сильно и ловко веснеем убить, ой, быть. Клянемся со спорта труд никогда не забыть, клянемся старших всегда уважать, клянемся доверие ваше оправдать, клянемся тренироваться и побеждать, клянемся соревнования счастливо отдать, клянемся звание спортсмена достойно нести, клянемся братство школы помнить и чтить, клянемся друг другу всегда помогает, а тренера бесконечно ценить. Клянемся, клянемся, клянемся. Молодец. Здорово. Как заметила моя коллега, такой сладкий, милый мальчик. Рукопашный бой. Ален, почему рукопашный бой? Рукопашный бой – это боевой вид спорта. Мне он нравится. И рукопашный бой – боевой вид спорта, включающий в себя прием борьбы и ударную технику, цель формирования навыков защиты и обезвреживания. Соблюдение общественного порядка и воспитание смелости, решительности и находчивости. Он включает, чтобы спортсмен мог защитить самого себя, друга, сестру, например. Папу, маму. Я считаю, это волшебно. Молодец. Серьезно, настолько знать теорию и применять ее на деле. Ален, недавно ты участвовал на соревнованиях, правильно? Да. Расскажи, пожалуйста, как про соревнования. Поясную систему, когда ты сдавал. Я сдавал приемы. Сложно было, нет? Да. Не было нормально. Сколько ты уже занимаешься? Я занимаюсь полгода или даже больше. На сегодняшний день ты уже научился защищать себя и своих близких, да? Да. Расскажи, пожалуйста, о тренерах. Они не ругают тебя? У тебя преподает Жаслан, правильно? Да, Жаслан. Ага. Он для тебя сенсей, учитель, наставник, мастер. Как ты его называешь обычно? Ну, я называю его и тренером, и мастер-тренер. Здорово. Новый статус. Да, мастер-тренер. А как он преподает? Хорошо объясняет? Он хорошо объясняет, но когда мы его нехорошо не слушаем, то да, он скалки нас бьет. То есть не бьет, а... Наказывает. Да, наказывает. Нет, я считаю, что в таких видах спорта, как рукопашный бой, кнут и пряник должен совмещаться. Это да. Очень правильно, потому что именно так рождается хорошая дисциплина. Жаслан, через ваши, так скажем, руки, через вашу голову, мастерство прошло очень много спортсменов. Есть уже какие-нибудь результаты, плоды, достижения у них? Да, в нашей федерации очень много достижений, больших достижений. То есть на сегодняшний день у нас есть уже 3 чемпиона мира по взрослым. Это, ну, редкость такая бывает. Также есть 4 чемпиона Азии, 5 чемпионов Европы есть. То есть каждый год мы для нашей области и для нашего Казахстана приносим медали. Золотую медаль, серебряную, бронзовую. То есть самое главное, есть стабильность. Стабильность, она складывается от регулярных тренировок,
от слаженности тренеров. У нас только в городе у нас здесь, в городе Кокшетау, 6 тренеров. Угу. То есть тренера у нас все высококвалифицированные. Они работают в ДЮ США, в других где-то еще, в департаменте полиции работают. И совмещают еще работу вот, в федерации. То есть наша вот эта слаженная работа, она дает вот плоды на сегодняшний день. Угу. То есть сегодня вот до этого был Али Мансур, Вадим Мухаммед сейчас сидит. Это начинающие спортсмены. Благодаря нашим тренерам, благодаря упорству, я думаю, что наше подрастающее поколение будет добиваться успехов. Көптенгі рахмет, сәлден соң біз сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Дәл қазір біздің әріптестеріміз дайындаған кино әлеміне саяхатты бірге жасайық. Дорогие друзья, не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся. Согласны ли вы взять в мужья Горина Александра Аркадьевича? Согласна. Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках. Премьера фильма «Лед. Часть вторая» состоится 14 февраля. А как семья? Гордятся вами? Я пытаюсь изо всех сил. Я так хочу, чтобы наша дочка тобой гордилась. Это легенда без номера. Сегодня этот человек вернулся в родные пенаты, чтобы влиться в команду. Ну ты не расстраивайся, на самом деле молодец. Да вы что творите, черти? Папа! Надюш, это все ради тебя. По-русски тебе говорю. Чоктау, выкрик, Джексон, двойной тулуп. Давно тренируете? Ты обещала, что никогда на лед не выйдешь. Тоже прав. Сказала, что мама врач. Она фигуристка. У твоей дочери талант, как у мамы. К чему привело это ваше фигурное катание? Маменька! Мама. Моя дочь, не ваша. Если бы он мог, он бы сам позвонил. Давай видео запишу. Пойду надену платье и корону. Папа! Ты забываешь. Давай больше никогда не бояться. Как возьмет трубу, сразу передашь, не понял? Да не бзди ты, Горин, у меня своих трое, все на играх родились. Ни одна жена не жаловалась. Дорогие друзья, что ж, мы продолжаем. У нас в гостях уважаемый тренер по рукопашному бою. Жаслан, пожалуйста, расскажите о себе. У вас столько должностей, столько всего разного. Книга, о которой вы так мало нам поведали. Пожалуйста, слушаем вас с удовольствием. Ну, для начала, вот этот букварь рукопашников и учебное пособие к системе аттестации. Она нужна для того, чтобы наши спортсмены оттачивали свое мастерство. То есть ударную технику, борцовскую технику. Также учебное пособие к системе аттестации, она распределяет спортсменов по знанию мастерства. То есть для начала, когда приходит спортсмен к нам в зал, ему присваивается белый пояс. Далее он сдает, когда экзамен, присваивается желтый пояс. И нужно дойти до черного пояса. Но у нас черный пояс также присваивается автоматически, это тренерам, которые проработали больше 5 лет, имеют национальный сборный учеников, также являются тренерами высшей квалификации. Тогда им автоматически присваивается черный пояс, потому что они заслужили.
В вашей книге, Жаслан, очень много приемов. Пока, дорогие друзья, вы смотрели нашу рубрику, мы пролистали немного книгу и заметили там сходство с рукопашным боем, ведение которых преподают в силовых структурах армии и МВД. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, я сам являюсь кадровым офицером. В 2004 году закончил институт КНБ с отличием. Проработал в органах. 7 лет возглавлял «Динамо» наше. «Динамо» Акмолинской области. То есть в основном взрослые ученики мои работают в департаменте полиции. Это в спецназе они работают. Также в департаменте КНБ работают мои ученики. То есть вся моя жизнь связана с органами. И ученики, то есть когда ученик добивается каких-то высоких результатов, то силовые структуры за него берутся и автоматом забирают себе. Потому что это статус для любых органов, когда их сотрудник занимает достижения какие-то на мировых аренах. Это большой плюс. Для этого многие ведомства всегда ищут таких спортсменов. А такие спортсмены выходят с наших залов. А какая у тебя мечта? Поделишься с нами? У меня мечта, я хочу стать боксером. Боксером? Вот это поворот. Нет, на самом деле рукопашный бой – это же объединение всех этих видов спорта. Алина, скажи, пожалуйста, у тебя есть кумиры, которые тебя вдохновляют? У меня есть кумиры, да. Еще я открыл один маленький центр, где это можно развлекаться. Так, очень интересно. Ален, по-моему, ты являешься очень хорошим шахматистом. Да. Да? Какие две разные специализации – шахматы и рукопашный бой? Почему ты начал заниматься именно рукопашным боем? Я начал заниматься рукопашным боем, потому что мне мама сказала, хватит тебе этот певцом быть, лучше быть защитником, защищать друзей, семью, близких, родных. Ну, значит, ты умеешь петь? Да, я еще умею петь. Но я уже пропустил несколько песен. Про шахматы расскажи, пожалуйста. Про шахматы. Большое твое достижение самое высокое. Ну, про шахматы хочу рассказать достижение, которое я выиграл первое место и третье место. Третье место я выиграл в Алмате, а первое место это когда было. Чемпионат Казахстана был. Да, в воскресенье. Я тогда. По дням даже помнит. Я даже тогда играл, и мы с мальчиком каким-то, я забыла его имя, но заняли первое место. Здорово. Алена, Руслан, к сожалению, вы такие классные, но... Нет, вы такие классные не к сожалению, а к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Мы с удовольствием бы с вами еще поговорили. Приходите к нам еще, ждем вас. Сейчас буквально секунды у нас остаются. Пожалуйста, эфир ваш, передавайте привет и пожелания, расскажите о планах. Да, Димаш, привет передай. Я передаю привет папе, маме, двум сестрам, бабушке и еще моему второго класса Б и Снише. Спасибо. Я передаю привет нашим зрителям, любителям спорта. Занимайтесь спортом, потому что лень разрушит все мечты. Дорогие друзья, ну вот такое вот напутствие для вас. Занимайтесь спортом, будьте активными. Мы скоро вернемся, оставайтесь с нами. Увидимся на просторах Кокши. Құрметті көрермен қауым, осымен Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасының эфирі аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.